Посреди ночи пьяный мужчина снял с себя одежду и пытался разгромить теплую остановку. Хулигана не испугали даже люди в форме. Он угрожал полицейским частью деревянной скамьи, но стражи порядка в считанные минуты обезвредили преступника. Им оказался 44-летний житель столицы. Как выяснилось, нарушитель уже имел дело с полицией. Судим за грабежи и кражи. Теперь уголовная история чудака пополнится еще и хулиганством.